Ти! Заборонені вечірки! В денс-клубі Форсаж! Где мои беруши? Какая там музыка играет. Пойду посру. Добрый вечер. Меня зовут Игнатий. Я сторож форсажа. Дневной. Вот только что проснулся от того, что захотел, от того, что услышал, что внизу, там, где я кушаю, происходит какой-то звук. Поэтому пойду и узнаю, что происходит у меня. Господи, сколько здесь много людей! И почему они все одеты в обычную одежду, а не в пижамы? Неужели пижамы не модные сейчас? Только спать хочется, пиздец. Почему вы одеты не в пижаму? Я днем хожу в пижаме, а ночью... А ночью уже одеваешься, как ты ночной странник, правильно? Да. А тебе сексуальные девушки, которые в пижаме? Смотри, тоже... какая пижама. Ну, к примеру, такая сексуальная, как у меня, на ней одета. Ну, это вообще супер. Как думаешь, почему все пожилые люди носят пижамы? Завалил просто меня, не знаю. Не знаешь, да? А ты думаешь как? А я не думаю вообще, на самом деле. Я просто стою и... Слушай, я только проснулся. Спасибо тебе большое. Самое сексуальное в пижамах. Рюшечки на сиськах. Что бы ты внесла в такое вот пижаму, какое-то дизайнерское решение, чтобы они были возбуждающие? Наверное, на пижаме нарисованные писюны. И, дорогой Андретан, пожалуйста, выпусти какую-нибудь пижаму с писюнами, да, потому да. Что невозможно. Я могу показать вам писюн. Давай. А где писюн? О, спасибо, Сережа, это было прекрасно. Мальчики в пижаме девушек не возбуждают. Нет. Почему? У нас же есть писюны, а у вас нет. А писюны возбуждают всех. Ну правильно я же говорю, писюны всех возбуждают. Всех. Первый социальный ролик. Украинские писюны, лучшие писюны в СНГ. А что больше тебя возбуждает? Пижама ее или она сама? Она сама. Она сама. Тебя также? У меня мишки на пижаме. Конечно же мишки, мишки правильно? Мишки на пижаме. Вот и я что же думаю, как тебя девушка может возбуждать, если есть такие прекрасные мишки? А молодые люди вас возбуждают в пижамах? Ты возбуждаешь меня в пижаме. Да почему в тюрьме тоже пижамы носят? Вот у них такие полосатые, да? Нет, такие пижамы не возбуждают. Ну, не знаю, с наручниками еще может быть. Скажите, вы любите пижамы? Нет. Не любите? Почему? Голые. Скажите, а ваши груди не расплескиваются по всему? Не расплескиваются. По всей кровати, не расплескиваются. То есть нормально, вы их собираете в пучочек, правильно? Когда тебе будет, дорогая, 40 лет, ты вспомнишь мои слова и купишь себе ночнушку. Беги. И купит она ночнушку у меня, потому что у меня есть в Керчи магазин ночнушек от Игнатия. Неудобно, нихуя. Неудобно, блядь, спать. И здесь ни хера неудобно спать. Ох уж этот форсаж.
Если тебе 40 лет, ты одинок, купи пижаму, она тебя согреет, сынок. Почему, допустим, все одевают пижамы, хотя в них нихера неудобно спать? В трусах же удобнее. Почему неудобнее? Без трусов удобнее. Знаете, без трусов все время закатывается шкурка, неудобно спать. А вот в трусах... У кого закатывается? Да у всех, у кого же? Вот спросите, у любого парня. Говорят, закатывается. У тебя закатывается? Закатывается аж на голову. А мне нет. Не закатывается? Нет. Вот это повезло. Скажи мне, с чем у тебя ассоциируется пижама? Пижама? То есть утро после клуба, похмелье. Это у тебя ассоциация пижамы? Да. Вот такая маленькая социальная реклама. Женский взгляд на мужские проблемы. У мужчины что должно? Все стоять. И он должен стоять. И мужчина должен стоять. Чем у тебя ассоциируется пижама? Одно слово. С ним. Ассоциируется с трансформерами. Я просто хочу тебе заказать очень огромную пижаму трансформерную. Чтобы она превращала тебя в какую-то машину? Да, я хочу, чтобы я был машиной. Я хочу зачем? Быть машиной. Собакой ведь лучше это быть намного. Это связано с моим мышлением. Не так сильно любят так, как трансформеров. Как машины? Да. Да, но зато собак много, и собака может бежать вперед и бежать назад. Трансформер может убивать. Я люблю музыку ту, которая убивает. Это музыка drum and bass. Просто сегодня не в адеквате. Отлично. Ну, я желаю, что ты на eBay купишь себе такую пижаму, что превратится в трансформера. Спасибо. Давай. Вам огромное. Все. Могу понять, почему люди ночью отдыхают в этих клубах. Ночью надо на самом деле спать, а днем надо работать. Вот так как сейчас ночь, пойду-ка я, наверное... Уже ж ведь пора на работу. Где мой будильник-то наверху? Пойдем. Пусть спят. Пусть еще спят. Пойдем. Подарим ночнушку. Пойдем дальше. Ни миража, ни пива. Я же проспал работу, будильник только что сыграл. Уже ж день, все ж спят. Фух, заебись.